Всем привет! Ну, у нас каждый день неприятности. Как всегда, у нас вот сосед такой молодец. У себя вот все расчистил, у него трактор, все чистенько. А мы вот сюда ставим свою машину, руками чистим, лопатой. Вот, вот сюда вот он все сгребает, чтобы у него чистенько было. Наверное, во дворе тоже все. У нас ночью шел снег, машина вот утром выехала, вот здесь Жигули у нас стоит, машина утром выехала, и это, как, ну вот, за днем даже, вот он утром уехал, 5:30, или в 6, я не знаю даже во сколько он уехал, вот засыпало снегом, машина стояла, вот сосед у себя чистил, вот, протекторы от трактора. И вот так он почистил, и вот сюда нам вот глыбу вот такую здоровую. Вот сейчас мой зять приедет с работы, уставший, и должен вот эту глыбу поднимать, убирать. Вот так вот поднасрали. И так постоянно. Насыпало ночью, утром. Вот он выехал от машины, не видно следа. Он утром уехал, вот днем шел снег, засыпало. Вот он у себя красоту сделал. Нам вот сюда вот так вот насыпал. И снова повторяюсь прямо. Я ему позвонила, он говорит, я говорю, уберите там. Я скажу сыну, все. Или зять он ему там, я не знаю кто. И вот так мы живем постоянно. Они процветают, а мы вот так вот. А вы как хотите. Ну ладно, всем пока.